Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Check in Time, и сегодня мы отправляемся на самый райский уголок нашей планеты – Мальдивы. Мальдивские острова – это место, где сбываются мечты. Здесь вы сможете насладиться белоснежными пляжами, бирюзовой водой и роскошными отелями. А еще здесь царит атмосфера романтики и любви, ведь именно здесь даже рыбы плавают парами. Каждый день вашего отдыха на Мальдивах будет наполнен чрезвычайно позитивными эмоциями от романтической атмосферы, теплого моря и красивого заката. Визитная карточка страны – пляжи, устланные мелким, как пудра, песком. Отдых на Мальдивах не просто зарядит силами, но и подарит романтическое настроение. Давайте вместе узнаем, почему туристы на Мальдивах с первых минут чувствуют атмосферу релакса и неповторимой красоты. Усаживайтесь поудобнее, мы отправляемся в путешествие. Мальдивские острова, или правильнее Мальдивская республика, это одно из самых привлекательных экзотических направлений. Эта островная страна расположилась в теплых водах экваториальной полосы Индийского океана на более чем 1200 островках, так называемых атоллах. Безопасные воды для купания, белоснежные берега, безмятежность отдыха, разнообразные располагающие к релаксу программы и процедуры при отелях уже давно привлекают на эти острова мечтателей божественного отдыха. Столица государства – Мали, единственный город и аэропорт в стране. Многие острова все еще необитаемы. Ничего не пропустить, легко. Подписывайтесь на наш телеграм. Мальдивские острова – страна, как будто специально созданная для туристов. Высокие цены на отдых и долгий перелет никого не пугают. Сюда едут, чтобы отдохнуть и отрешиться от всего мира. Сама природа как нельзя более способствует этому. Отели расположены на уединенных островах. Здесь нет шумных тусовок, зато солнца, релакса и шикарного дайвинга в изобилии. Возможно, кому-то здесь покажется скучно. Но он такой, этот неторопливый и многогранный мальдивский рай. Отдых на Мальдивских островах доступен круглый год. Климат позволяет насладиться вдоволь морской водой зимой, летом, весной, осенью. Планируйте поездку в высокий и низкий сезоны. С декабря по март держится комфортная погода для путешествия по стране. Этот период считают сухим сезоном. Только представьте, как здорово встретить Новый год в тепле среди тропических пальм и южного солнца. Больше туристов прилетают именно в период новогодних каникул. Романтичнее не придумать. А вам нравится эта идея? Встретить Новый год среди пальм? Пишите в комментариях. Низкий сезон начинается с приходом дождей в апреле и длится до октября. Если посетить Мальдивы – ваша давняя мечта, то не стоит откладывать на потом. Также можно поискать регион, где выпадает минимальное количество осадков в тот или иной месяц. Приятным бонусом будут приятные цены. Они снижаются до самого минимума. Идеальное время, чтобы роскошно отдохнуть и сэкономить. Отдых на Мальдивах – это безмятежная нега на побережье Индийского океана. Можно загорать на белоснежном песке или осматривать местные достопримечательности, а можно отправиться покорять морскую стихию на яхте или погрузиться в глубины бирюзовых вод. Главное – выбрать самый подходящий для этого остров. Каждый отель, практически все, занимает остров целиком, а потому, определяясь с выбором, уделите внимание не только обстановке номера и сервису, но и местности, на которой собираетесь провести отпуск. Если вам больше по душе пляжный отдых, отдайте предпочтение острову с длинной и широкой прибрежной полосой, обилием водных развлечений и красивых мест под солнцем. Также подойдет остров с маленькой песчаной зоной, если виллы находятся далеко друг от друга и в распоряжении каждого бунгало имеется отдельный кусочек на пляже. Это идеальный вариант для молодоженов и влюбленных парочек, для любителей развлечений и желающих обрести новые знакомства подойдут большие острова, где отдыхает много туристов и представлен широкий выбор проведения досуга. Бот для подбора тура в Telegram. Поклонникам парусного спорта рекомендуем отправиться на острова с большой лагуной, а семьям с детишками – в специальные семейные гостиницы со всеми удобствами и развлечениями для малышей. Прирожденным и начинающим ныряльщикам и дайверам лучше останавливаться на островах вблизи коралловых рифов, чтобы можно было добраться до места погружения вплавь, не заказывая лодку. Мали – самый оживленный и популярный остров архипелага. В числе исторических и религиозных достопримечательностей Мали – мечеть Великой Пятницы. Это самая большая мечеть на Мальдивах с величественным золотым куполом.
Кроме того, в городе Мали стоит посетить гробницы легендарных святых, президентский дворец и национальный музей в парке Султана. Отдых на Мальдивах очень размеренный и спокойный, но есть и несколько дискотек и ночных клубов для любителей развлечений. Своеобразные традиции приготовления индийских и арабских блюд с острыми приправами и различными пряностями доставят кулинарное удовольствие истинным гурманам. Однако главной целью путешествия на Мальдивские острова остаются белоснежные пляжи с цветущими кустарниками и плантациями бананов, бирюзовые лагуны с шикарными местами для плавания, богатая флора и фауна островов и атмосфера бесконечного отдыха. Для активного развлечения можно взять на прокат велосипед и покататься по острову. А на островах близ барьерного рифа вы найдете одни из лучших мест для дайвинга на Мальдивах. Здесь множество красивейших кораллов и ярких тропических рыбок. О курортах Мальдив трудно сказать что-либо новое. Везде чистейшая вода, красивые пляжи. Практически на каждом острове есть свой, домашний, риф. Чтобы заняться снорклингом или дайвингом, не надо никуда ехать, все рядом, в нескольких шагах. Отели предлагают разные программы, от «только завтрак», да, все включено. Некоторые отели ориентированы на организацию отдыха для молодоженов. Символичную свадебную церемонию также можно заказать здесь. Уровень обслуживания гостей высокий. На некоторых островах нет интернета и телевидения. Считается, что такая оторванность от окружающего мира дает возможность полностью насладиться единением с природой. А наша подборка отелей на сегодня выглядит вот так. Гостевой дом Виллу Тари ин Малдивес расположен на берегу моря на острове Махибаду. К услугам гостей терраса. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi. Для гостей организована доставка еды и напитков в номер, работает пункт обмена валют. Желающие могут отдохнуть в общем лонже. В числе удобств номеров – кондиционер, гостиная зона, телевизор и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ряде номеров есть балкон, а из других открывается вид на город. Во всех номерах гостевого дома Виллу Тари ин Малдивес предоставляются полотенца и постельное белье. Для гостей сервируют завтрак, шведский стол, завтрак по меню или континентальный завтрак. В ресторане подают блюда интернациональной кухни. По запросу также готовят веганские, вегетарианские и халяльные блюда. В окрестностях гостевого дома Виллу Тари ин Малдивес популярны занятия снорклингом и другими видами активного отдыха. Рейтинг этого отеля 9,6 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 192 тысячи рублей. Отель Лейду Малдивес by Cinnamon находится на райском острове Алифу-Алифу. К услугам гостей уютные номера с роскошными удобствами. К услугам гостей пейзажный бассейн и фитнес-центр. До отеля Лейду Малдивес by Cinnamon можно добраться за 25 минут на гидросамолете или за полтора часа на скоростном катере от международного аэропорта Мали. Просторные и светлые номера отеля Лейду Малдивес by Cinnamon располагают удобным гостиным уголком с диваном. Из окон открывается прекрасный вид на океан. В номерах установлен телевизор. В спа-салоне Чавана можно посетить индивидуальные процедурные кабинеты и заказать расслабляющие массажные процедуры. Для любителей приключений отель также организует дайвинг-туры с ежедневным посещением захватывающих рифов на атолле Северной Ари. В ресторане Мади сервируют шведский стол из блюд интернациональной кухни. В баре Ируосни можно полюбоваться видом на закат и заказать тропические коктейли. Рейтинг этого отеля 9,8 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 265 тысяч рублей. Курортный отель Бандос расположен на частном острове, в 8 километрах от города Мали. К услугам гостей курортного отеля просторные номера. С балконов открывается вид на сад или пляж. При отеле работает центр водных видов спорта и школа дайвинга. На территории открыто несколько ресторанов. В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. Номера и виллы курортного отеля Бандос окружены живописной природой. Некоторые виллы с высокой соломенной крышей, а некоторые украшены деревянными элементами декора. Номера и виллы оснащены телевизором. В некоторых номерах и виллах есть отельная гостиная или установлена гидромассажная ванна на открытом воздухе. Гости могут заказать напитки в баре у кромки бассейна, а также пройти косметические и массажные процедуры в спа-центре курортного отеля. В спортивном клубе «Хаус» проводятся разнообразные занятия фитнес. Гости могут посетить тренажерный зал и теннисные корты, а также заняться аэробикой, бадминтоном, сыграть в сквош и настольный теннис.
В детском клубе «Кокка» с различными программами для юных гостей предлагают услуги няни. В гриль-баре «Ате» подают сочные стейки, хрустящие куриные крылышки и вкусные деликатесы из рыбы. В кафе «Сибрис» на берегу моря можно заказать блюда западной и интернациональной кухни. В ресторане «Галлери» сервируют шведский стол с большим выбором блюд. В приятной тропической атмосфере бара проводятся живые выступления, можно заказать коктейли. На завтрак подают блюда китайской кухни. Рейтинг этого отеля 9,2 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 274 тысячи рублей. Четырехзвездочный отель «Саман Хост» расположен в Хулхумале, в 60 метрах от пляжа Восточной Хулхумале. К услугам гостей сад. В этом четырехзвездочном отеле работает экскурсионное бюро и предоставляются услуги консьержа. К услугам гостей – трансфер от и до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Отель предоставляет гостям номера с кондиционером, телевизором и собственной ванной комнатой с биде. В каждом номере есть чайник, а в некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на город. Гостям предоставляется постельное белье и полотенце. Каждое утро для гостей сервируют завтрак, шведский стол, континентальный и американский завтрак. В отеле работает ресторан, где подают блюда китайской, французской и греческой кухни. Также можно заказать веганские, безмолочные и безглютеновые блюда. Окрестности популярны среди любителей велосипедных прогулок. Желающие могут взять на прокат велосипед. Парк Хинвейру находится в 6,7 километра от гостевого дома «Саман Хост». Расстояние до международного аэропорта Мали составляет 1 километр. Рейтинг этого отеля 9 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 245 тысяч рублей. Курортный отель «Синамон» в Хонвеле, Мальдивес, окруженный кристально чистой водой, отлично подходит для эксклюзивного отдыха. К услугам гостей – три ресторана, первоклассный спа-центр, открытый бассейн и фитнес-центр. Гостям предлагаются комфортабельные люксы с потрясающим видом на океан, тростниковым потолком и полом из массива дерева. В числе прочих удобств – просторная гостиная зона и собственный балкон. Курортный отель «Синамон» в Хонвеле находится примерно в 16 километрах или в 20 минутах езды на трансферном скоростном катере от международного аэропорта Мали. В спа-центре Чавана проводятся различные расслабляющие массажи и процедуры. Днем гости могут отдохнуть на пляже, а также заняться рыбной ловлей или дайвингом в океане. В ресторанах «Каймала», «Макана» и «Рихенди» сервируют шведский стол с разнообразными блюдами интернациональной кухни. В двух барах на берегу океана гостям предложат коктейли и охлажденное пиво. Рейтинг этого отеля 9,9 из 10. Средняя цена за 7 дней на двоих – 273 тысячи рублей. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша подборка отелей на Мальдивах. Мы надеемся, что она была вам полезна и помогла определиться с выбором. Если вы уже успели побывать в одном из этих отелей, обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях. Расскажите, что вам понравилось, а что нет. Ваши отзывы помогут другим путешественникам сделать правильный выбор. А для тех, кто еще только планирует поездку на Мальдивы, мы напоминаем, что ссылки на перечисленные отели можно найти в описании к этому ролику. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!